шум техники, рабочие в оранжевых жилетах и знак дорожной работы. На Зубчининовском шоссе фрезеруют старый асфальт. На средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обновят участок от улицы Физкультурной до Аэропортовского шоссе. Это около 45 тысяч квадратных метров. Перед началом ремонтных работ специалисты оценили состояние дороги. Данный участок представлял из себя ямы, колейность. По участку постоянно приходили жалобы не только от жителей, но также приходили предписания из ГИБДД. Особенно по участку путепровода и под путепроводом. Поэтому было принято решение взять этот участок в ремонт. После фрезерования специалисты приступят к установке люков смотровых колодцев. Они будут антишумовыми и антивандальными, затвором, который предотвратит кражи крышек. Затем начнут укладку высокопрочного асфальтового покрытия. Сейчас везде применяют эти новые типы покрытий, так как они более устойчивые нагрузкам и более долговечны. Гарантия 5 лет. Мы очень ждали этого момента. Вчера возле нашего дома это все срезали. Уже как то, что до и после. Даже фрезерованная дорога более приятно ездить, чем раньше было. Ждем нового асфальта. Замена бортового камня на объекте не предусмотрена. Он в удовлетворительном состоянии. А там, где бордюра не было изначально, кромку проезжей части укрепят асфальтобетонной крошкой. Ее уложат слоем в 15 сантиметров вдоль дороги на ширину до 2 метров. Это поможет в обеспечении отвода дождевых вод. Сейчас на Зубчининовском шоссе задействуют 6 самосвалов, фрезеровальную установку, трактор со щетками и комбинированную дорожную машину. Закончить все ремонтные работы планируется в течение месяца. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров. События.